Когда стабилизируется график вывоза ТБО? Этот вопрос сегодня интересует многих артезиан. Еще в начале недели жители из разных районов города стали выкладывать в соцсетях фотографии с переполненными мусорными баками. После схода снега все эти инсталляции из бытовых отходов выглядят, мягко говоря, не слишком воодушевляюще. Сложившуюся ситуацию мы попросили прокомментировать главу горадминистрации Викторию Жукову. Причиной, по которой в Харцизске произошел сбой в графике вывоза ТБО, как сообщила нам Виктория Жукова, стали вышедшие из строя мусоровозы. Что ж, любая техника, даже самая надежная, имеет свойство периодически ломаться. Чтобы решить проблему и не довести ситуацию до критической черты, коммунальщики задействуют самосвал и погрузчик, который едва ли можно назвать специализированной техникой. Когда я пришла работать в Харцизск, была одна машина, которая все время ломалась. И мы помним эти огромные кучи с мусором, которые были выше человеческого роста. И как с этим боролись, как это было сложно. И на помощь пришла Горловка, на помощь пришел Шахтерск, потом на помощь пришел Минстрой, перераспределил. Потом глава, спасибо огромное, помог, то, что выделили нам технику. И сейчас, ну, единственное, то, что да, бывают поломки. Да, бывают поломки, нужно взять запчасть, нужно отремонтировать. То есть это занимает там день-два. Виктория Жукова отметила, что подсказки жителей города в соцсетях в виде фотографий переполненных мусорных баков с соответствующими комментариями она не оставляет без внимания. Жалобы харцизян тотчас направляются в адрес коммунальщиков. То, что мы видели с вами в соцсетях недавно, что жители Патона выставили, в большей части степени там небольшая загрузка этого бытового мусора, там в большей части, наверное, строительный мусор, мебель, то, что жители забывают, что они должны вызывать технику или зайти на Полупаново, взять корешок, оплатить вывоз мебели старой или какой-то вот то, что не должны вывозить мусоровозы, по сути, это КГМ. Поэтому вот это ответственность еще и жителей. Напомним, что согласно распоряжению главы администрации Харцизска Виктории Жуковой, с лета прошлого года обязанности по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов возложены на муниципальное унитарное предприятие «Городская служба единого заказчика».